Так, ну что ж, шайдок покидаем мы. Поедем вот сюда. Насколько мне известно, дорога будет очень извилистой. Не привыкать рулем вилять, правильно? Кстати, вот в этом маленьком здании находится зоопарк для крокодилов, ящериц, змей и так далее. А дальше будут шайдеги Вассерфелли, то есть эти как водопады. Выйдем сейчас на финишную прямую. Ну, в общем, как вы, наверное, догадались, я начал искать себе новое жилье. Скажете, ты с ума сошел, тебе так нравилось. Оно мне еще нравится, житие в Лейткирхене. Вот. Но есть такая проблема, от которой я почти не говорил. Если говорил, то очень мало. Что мое жилье
при всей ее привлекательности, оно находится в полуподвальном помещении. И зимой, особенно сырым летом или 70. Так. Осенью, да и зимой, если что бывает, появляется плесень. Черная плесень, ребята, самая поганая из всех плесеней. Вот. Я стал, как бы я с ней не боролся, она постоянно проявляется. Я хлоркой ее убивал, и другими средствами, то есть она неубиваема. Ну, плотники вообще говорят, домостроители, если в доме появилась черная плесень, выходим, сжигаем дом, начинаем новый строить. Ну, а здесь проблема, видать, в изоляции от грунтовых вод. Изоляции нет толковой. Из-за этого эта штука проявилась. И никакие там проветривания, ничего это не помогает. Я начал задумываться о том, сколько я еще продержусь. Мой иммунитет, сколько это еще выдержит. Поэтому потихоньку начал приглядывать места, где бы я мог поселиться. Вот одним из этих мест вот оказалось это местечко. Оно очень такое хорошее, в том плане, что вся инфраструктура есть, хотя это, в общем-то, небольшая деревня, но инфраструктура вся есть. И как бы такой же по величине квартирка, ну, на нижнем этаже, не, на полусреднем, я не знаю, как это назвать, то есть это не первый этаж и не второй, вот такое что-то. Ну и тоже оно столько же квадратных метров есть. Кухонка небольшая в отдельном, то есть все то же самое, но и балкон, большой шикарный балкон, правда, к сожалению, смотрит вовнутрь двора, то есть я думал, что будет выход на эти горы, можно будет наблюдать, но нет, как бы и выгул есть для собак, получается. Все вроде бы это, но цена, ребята, цена там оказывается, кроме того, что за свет платить, за интернет платить и за газ платить, то есть это очень и очень дорого все. Они согласны меня взять, привезти документы и считать, что вон он твой. Но я теперь очень сильно сомневаюсь, что я потяну это по деньгам. Как бы работать на износ, куда-то пойти не хочется. Хочется просто жить. Скорее всего, все останется на том же месте, на каком я и есть. Поэтому пока так. Так, сейчас мы с вами повернем на Мемминге. Вот сюда нам надо. Дождемся зелененького и поедем домой.
такая, что ж такое-то? Так, ну вот такие дела. То есть, наверное, как я сказал, останусь я при своих интересах. Лучше мне, скорее всего, не найти при таких доходах. Ну, поэтому ничего страшного. Продолжим жить в Эдкирхе, да и все. Вы спросите, а как же ты же там строить начал на даче? Ну, ребята, мы с вами живем, и вернее, я живу в Германии, где тебе даже 5 квадратов земли никогда не выделят. Мне хозяева мои этого были не против, соседи были не против, а город сказал, это дачный участок вам не принадлежит, и тут командуем мы. И, значит, 2 строения на одном участке мы не позволяем. Все. Остается теперь только разобрать, продать доски. Обидно? Ну, немножко, да, конечно. Но, а что сделаешь, ребята? Ничего не сделаешь. Порядки здесь такие. Поэтому шину подкачивать надо. Запитывать что-то. Ну что ж, друзья, как говорится, беда не приходит одна. Это, оказывается, не этот, не воздух приспустил, а действительно спустило заднее левое колесо. Ну хорошо, тут рядом стоянка. Я заехал на стоянку, вызвал АДАЦ. Это наш клуб, который помогает по дороге. Вот. И через час они должны приехать. Ну, час поскучаю.